Всем приветики! Получила свой заказ Орифлейм из 15-го каталога. Ну, как обычно, постараюсь быстро все вам показать. Так. Моя любимая зубная паста на травах с экстрактами травы. Вот, очень классная зубная паста. Повторю немножко для тех, кто смотрит первый раз, кто не знает. Это очень классная зубная паста. То есть она очень хорошо убирает воспаление десен, если у кого-то есть. Если у кого-то при чистке десен не кровоточат, то вот оно спасение. Остановки кровоточения десен. Потому что у меня раньше очень сильно кровоточили десна, а потом, когда я начала пользоваться вот этой вот OptiFresh от Oriflame зубной пастой, у меня перестали кровоточить десна. Так что имейте в виду, знайте. Если что, вы можете писать в комментариях, если кто-то хочет оформить дисконт. Вот, я вам помогу оформить дисконт совершенно бесплатно. Вы сможете со скидкой брать для себя продукцию. Так, следующее, что я взяла. О, взяла вот такой вот черный лак. Глянцевый черный лак. У меня очень давно уже не было такого лака. У меня есть один черный лак, но он не глянец, он немножко другой. И не такой насыщенно черный, он такой, как бы можно сказать, почти черный, он ближе такой темно-темно-серый. Вот. А это прям такой вот глянцевый черный лак, вот такой взяла, классный. Вообще лаки у нас очень хорошего качества, они очень долго держатся на ногтях. Плюс к этому я взяла вот такое укрепляющее покрытие. Фокусируйся, вот. Тоже очень хорошо держит. Надолго хватает лак. Вот 12 месяцев. Обращаю внимание вот на вот этот знак, вот баночкой 12М внизу, то, что написано. Это значит, это обозначает второй срок годности. То есть, когда вы открываете упаковку, бутылек или там берете крем, зубную пасту, всегда смотрите срок годности на баночке. Здесь тоже 12 месяцев. То есть после того, как вы открываете, начинается второй срок годности. Если она будет запечатанная, то до 25 июля. Ой, до 25 года. Вот. А если вы откроете уже зубную пасту, то начнет действовать вот этот срок. Уже не до 25 года, а уже вот у нас сейчас 22, ну до 23. Вот. Так что тоже обращайте внимание. И поэтому тоже плюс в том, то, что когда я, вот, я беру именно напрямую производителя от Oriflame, здесь я уверена в качестве. И я знаю про это производство, я уже не один год в этой компании. Вот. И то, что никто не откроет, не понюхает, не залезет пальчиком там. Потому что когда продукция стоит вот в таком доступе в магазине на полочках, вы наверняка, может быть, и сами так делаете, или видели, что когда кто-то подходит, открывает баночку или там какую-то там шампунь, гель для душа или банка с кремом стоит, каждый откроет, подойдет, понюхает, и сколько эта банка там стоит, неизвестно, и уже и какой срок годности там идет, тоже непонятно. Поэтому лучше брать вот, как говорится, уже там, где мы точно можем быть уверены. Вот. Следующее взяла. Вот такой вот крем. Увлажняющий. Крем для лица. Этой серии я еще ни разу не пользовалась, поэтому пока сказать ничего не могу. Вот. Обычно я пользовалась Novage. И у меня вот недавно был Royal Velvet. Потом, ой, забыла, еще какой-то был крем, ладно, вот, и взяла вот этот вот крем, не знаю, он тоже упакованный, я думаю, да, он упакованный, так.
шампунь. Кто смотрит мои видео, те уже знают. Кто первый раз смотрит, еще не знаете. Часто беру этот шампунь, беру уже не первый раз. У меня даже и знакомые, подруги тоже одна брала уже несколько раз. Потому что, ну, действительно очень классный шампунь. У кого волосы слабые, у кого они выпадают постоянно, то вот решение ваших проблем, чтобы волосы ваши не выпадали. Потому что вот этот шампунь, вот эта серия, она очень классная, действительно классная. Вот, и помогает прям, ну, с первого применения. Я в этом убедилась лично. И подруга моя, с которой я дружу тоже много лет, она, ну, взрослая женщина, она постарше меня, но вот, она как мне подруга, близкий человек. Вот, у нее тоже была проблема, когда у нее после ковида выпадали волосы, она не знала уже, что делать. Вот, и она заказала мне этот шампунь, я ей порекомендовала. Вот, и у нее перестали выпадать волосы. И потом еще там другие подружки ее тоже заказали, увидев результат. И также я тоже спасалась от облысения этим шампунем. У меня тоже сильно выпадали, очень сильно волосы. Поэтому вообще вот эта серия HyRx, там не только против выпадения, там есть и питание, там есть и для окрашенных волос, и против перхоти. Ну, то есть каждый может подобрать для себя то, что ему нужно. Вот. Тоже взяла новинка этого каталога с лавандой. Это, фокусируйся, это скраб, скраб для умывания. Вот, с провитамином B5 и лавандой. Я им еще не пользовалась, но я смотрела отзывы и видеообзоры на вот этот вот скраб. То есть он очень щадящий, то есть он не раздражает кожу. Им можно пользоваться каждый день, утром и вечером. Вот, это есть такие, ну, вообще, как рекомендуется скрабом пользоваться там 2-3 раза. Ну, 1-2 раза в неделю, да. А это такой щадящий скраб, фокусируйся, что который подходит на каждый день. Не хочет фокусироваться. Вот, на каждый день. Еще не пользовалась, только открыла сразу с вами. Вот, поэтому посмотрим. Итак. Пошли подарочки. Подарочки, подарочки, подарочки. Вот такое вот детское мыло клубника и детское мыло яблоко. Я взяла одни себе. Вот. Вот как раз-таки, Марина, ты мне сейчас звонишь, но я тебе ответить не могу. Твой входящий вызов принять, так как я снимаю видео. Поэтому вот. И Марина, твоим дочкам взяла такие мыла и себе взяла, потому что других мыла у нас больше не было. Точнее, я хотела себе взять мыло тоже, но вот там то, которое я беру, не было в наличии. Я взяла, а чё нет, классные детские мыла, я очень люблю. Они такие, блин, ароматные вообще. Вот, поэтому одни нам, одни вам. Вот. Мыло. И шампунь яблоко. Шампунь для волос и для тела. То есть это как и гель для душа тоже идет. Яблоко. И клубника. Как раз там, Марина, у тебя две дочки. Можете каждому, кто какой выберет, мыться. Или можете, допустим, сначала одним пользоваться, потом вторым. Как хотите, кому как нравится. Так что вот клубника и яблоко. Вот это то, что я заказала детям, вашим дочкам. Вот, и вот по мылу. А это я себе возьму. Вот, и по мылу. И еще, Марина, то, что я тебе обещала. Вот, это помада. Помаду я заказала подруге на... У них скоро годовщина, 10 ноября годовщина. Может быть, это видео выйдет уже после
скорее всего, после 10-го. Вот, поэтому вот, вот такая вот, я если могу открыть, только показать. Вот, вот такой вот шоколадный оттенок. Шоколадный трюфель. Эта помада очень классная. Я брала ягодный оттенок для себя и для Марины тоже. Очень понравился и ей, и мне. Скользящая такая вообще классная. И это не просто помада, это супер матовая помада. Вот реально матовая помада, и она не оставляет следов. То есть вы можете пить из бокала там какой-то напиток, вино, давай фокусируйся, вот, или там, может быть, чай вы пьете где-то с подругой или в кафе, да, или там поцеловали там в щеку друг друга, то есть следов не оставляет, вот, так что шоколадный оттенок, Марина, тебе на подарок, вот, и напоследок. Что еще? О, пробник потом. И напоследок так. Такая туалетная вода. Soy Fever Him. С нотками перца для сексуального мужчины. Вот, который излучает страсть. Так что... Надеюсь, этот аромат понравится. Это для Марины. Марина, это для твоего мужа. А муж — это мой друг, с которым я дружу уже с детства. Так же, как и с Мариной с детства. Вот. Мы, можно сказать, ну, выросли. Выросли с детства, выросли вместе. Вот. Поэтому дарю такой вот аромат. Это тоже на годовщину свадьбы. 10 лет. Вот такой вот у меня был обзор. Вот, это видео скорее выйдет уже после 10 числа. Вот, а это мне положили пробник. А, тоже мужской аромат. Я, кстати, на него смотрела. Взять, не взять. Ну, вот как раз и понюхаем. Вертур. Это голубой аромат мужской. Сейчас мы понюхаем. Я, конечно, не специалист в парфюмерии, поэтому я как бы сказать и определить сразу ноты так не могу. Это надо будет смотреть описание. Но хотя бы просто сейчас понюхаю и скажу, нравится он мне или нет. Ну да, приятный аромат такой мужской. Вот он мне на что-то напоминает, на какой-то аромат. Не знаю. Ну, хороший. Приятный. Мне нравится. Освежающий аромат. Вот. Поэтому можно будет брать. Но это уже потом. Вот такой вот был у меня обзор. Такая вот моя продукция. Такие вот подарки. Вот. Так что подписывайтесь на мой канал. По желанию, да. Для количества. Смотрите мои видео по желанию. Тем, кому нравятся мои обзоры Oriflame. Они у меня обычно больше всех набирают просмотры. Поэтому, кому не сложно, нажимайте на кнопочку подписаться, чтобы не пропускать мои... видео, и тем самым вы поможете мне в развитии моего канала. Вот. Вам не сложно, и мне приятно. Всем спасибо, хорошего настроения, всем пока.